Этот челлендж, я надеюсь, станет для вас первым шагом, когда вы обратитесь к самим себе и сможете подумать про себя по-другому. С помощью тех упражнений, которые вы в этом челлендже будете делать, вы лучше раскроете то, что представляет собой ваша жизнь, и увидите, какие в ней есть возможности и ресурсы для того, чтобы ее качество стало лучше. Потому что меняться нам нужно, если мы не удовлетворены тем состоянием, в котором мы находимся сейчас. Вот. И никаких специальных условий, к сожалению, для этого не будет. Возможно, этот челлендж – это просто тот призыв, на который имеет смысл внутренне откликнуть.